Всем привет! Сегодня будем готовить очень нежную и сочную курицу в банке в духовке. Вкусно, не передать словами. Курочка просто тает во рту. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. Курицу разрезаем на порционные куски и складываем все кусочки в миску. Затем солим, перчим. Добавляем горчицу. Майонез. И хорошенько это все втираем в каждый кусочек. Даем курице немножко постоять, пропитаться специями. А мы тем временем порежем овощи. Лук режем полукольцами. Морковку кружочками. Чеснок пластинками. Теперь берем чистую сухую 3-литровую банку и выкладываем в нее нашу курицу и овощи. Выкладываем слоями, чередуем между собой, чтобы было и мясо, и лучок, и морковка. Не забываем бросать чесночок в процессе и лавровый листочек. Ну вот и все, курица уже в банке. Получилась почти полная банка до плечиков. Курица у меня 2,5 килограмма. Теперь закрываем горлышко банки фольгой и будем ставить в холодную духовку. Выставляем температуру 180 градусов и готовим не меньше часа. Чем дольше постоит, тем мягче будет курица. Прошел 1 час и 50 минут. Выключаем духовку и аккуратно, не спеша, достаем из нее банку с курицей. Выкладываем кусочки курицы на тарелку. Посыпаем зеленью и подаем к столу. Гарниром к такой вкуснятине может послужить все, что угодно на ваш вкус. Любая каша, макароны или картофельное пюре. Ну вот и все. Сочная и нежная курица в банке готова. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.